А там у нас собаки. Смелей, выбери сама. Твой первый питомец запоминается навсегда. А где же все зверята? Для тебя он лучший друг. Привет. Привет. И для него ты тоже. Класс. Все собачки домашние. Кроме этой! Что это? Похож на пса. Его сбил грузовик. Ты точно хочешь взять его? Да, он хороший, я знаю. Надо дать ему имя. Его имя Стич. Лила давно мечтала о друге. Плохой, плохой не пес. Не трогай ангелочка. Он совсем не ангел, Лило, и на пса не похож. Какая-то странная тварь. Инопланетянин по имени Стич. Он сбежал? Туда! Он сбежал! Где он? На планете Земля. Здесь встретились два мира. И все пошло не так. Слушай. You ain't nothing but a hound dog. Что это за тварь? Моя собака. Это собака? Кана-банана. А смотрит, будто хочет слопать. Вернем его обратно. А как же Ахана? Ахана значит семья, а членов семьи не забывают. И не бросают. Поэтому именно вы его вернете. Кто? Я? Замба? Инопланетяне, на помощь! А, лоха! Я появляюсь тогда, когда дела плохи. Ну вот, сбежал. А дела и впрямь очень плохи. Уолт Дисней представляет... Стич! Историю о верности... Не покидай меня! Ладно. О дружбе... Он вернулся. Членов семьи не бросают. И семье. Нас только двое. Но если хочешь, живи с нами. Ее зовут Лило. Это мой пес. Его зовут Стич. Ты из космоса? Вау! Там есть серфинг? Лило и Стич. Хороший песик.